Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и свежие новости. Буквально через пару дней в игре появляется СТРВ-81. Новая премиумная восьмерка, средний танк, просто обалденная тачка. Мне заходит гораздо больше, нежели стерва, всем известная на 10 уровне. Появится новая ПТшка, на удивление, с поворачивающейся рубкой и просто обалденным углом склонения орудия вниз. ТВП-100. Мне лично понравилось на тесте и очень сильно. Ну и появится новая ветка тяжелых танков в дереве Китая. Обалденные тяжи. БЗ-75 меня просто-таки безумно порадовал на тесте. И с учетом того, что его не сильно переделали по ТТХ, я больше чем уверен, что когда его введут в игру, он будет действительно радовать многих ТТ-водов. Мне лично понравилось, я планирую данную веточку прокачивать. Ну, что-то за свободку, а что-то своими усилиями. Если вы за своевременные новости, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также, ребят, разработчики показали нам легендарные внешние виды, которые появятся в игре, перерисованные машинки, переведенные в новое качество. Ну и плюс к тому, что самое главное, в конце видоса вы сейчас увидите информацию по поводу рейтингового ивента, который сможет пройти практически каждый танкист, главное играть в рейтинговых боях. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Если вы за своевременность подписываетесь на канал, жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.